Так. Альт это убрать. О, нет, стоп. Альт. Альт это не убрать. Вот убрать. Кулаки. Не, подожди. Вот. Вот это убрать. Добраться до посмертия. Пропуск в высшую лигу. Вау. Карту я, кстати, первый раз тут открыл. Центр. Банда Валентина. Левый квартал. Банда Шельма. Банда Тигриные Когти. Банда Мальстрём. Банда Шестой улицы. Банда Животных. А вот тут. Пустоши. Просто пустоши. Окей. Ладно. У нас тут по пути еще цифровой бонус. Нейтральный раскрипт запрос. Приступ киберпсихоза. Окей. Я понял. Тачечку хочу себе свою. Она едет. А, стоп. Вот она. Да все, тормози. Бай! Ух, ё-моё, давай. Качает, нормально, поехали. Так, мы закончили здесь. Теперь нам осталось добраться до полусмерти. И мы... Да, поехали. Тут мы не проедем никак вообще. Понял. Понял. Вопросов больше нету. Я машину могу прокачивать вообще? Она типа и так хорошо гоняет, но я бы хотел, чтобы она более управляемая была. То, ну типа вообще не управляемая. Только на маленькой скорости управляемая. Добраться до посмертия. Сейчас мы это сделаем. Маленький Китай. Машина сегодня даже не помялась. От лобового столкновения, ну это, видимо, машина очень хорошая сделана. Потому что там, мне кажется, в дребезги разлетелось, а в моей вообще как бы все равно. Где это посмертие? Я уже должен был приехать, по-моему. О, вот он. Окей. Погнали. Так, это чё? Я хочу себе... Не хочу ничего. Я хочу чипсы. Так, посмертие. Поговорить с Джеки. Здорово, парни. Привет, Джеки. Джеки. Здорово. Наконец-то, Холмс. Холмс. Я такой уставший. Ты как будто марафон бежал. Что-то случилось? Вроде крутой наемник, а все равно потею как в парилке, когда с мамой по телефону говорю. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэлсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Да. Завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Еще один шаг, и мы в высшей лиге. Надо же. Мы, считай, в высшей лиге. Выше нее ничего нет, Чумба. И знаешь, что я тебе скажу? Мы это заслужили, Ману. Так, готов пить шампанское? Погнали.
Пошли! Реально. Здесь когда-то был морг. Ну, оно видно. Да ты что? Что? Это я тебе об этом рассказал. Чё, правда? Давно, наверное, это... Я Ви, а это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Ну да. Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Да без проблем. Мы и так собирались в Йехо. Так, что тут вот есть оно. У нас? Ну это реально морг. Видно. Да. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Да я вижу. Сьюзен Форест. Привет. Бо-бо. Садитесь, я сейчас подойду. Окей. Сидели на этих стульях и спали на этой самой стойке. Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Какую? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. Какую бабулю? Вот. А разве не Декс лучший? Кто? Желтым? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Это у нас, верно, самый старый клуб на Сити. Сколько лет по смерти? Полвека? Больше. Я точно не помню. Это, наверное, самый старый клуб в Найт-Сити. И самый уважаемый. Это тоже важно. Это точно. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Херасия, какая красивая традиция. Да, живых легенд смерть не бывает. Небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи как легенда. А смерть — это так, просто финальный аккорд. За то, чтобы мы разбогатели. И вошли в легенды. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дэшон вас ждет. Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. Ага, черт. Спасибо. Пойдем, Рамила. Идемте. Я ступор! Сам ты же ступор. Что ты обзываешься? Ничего себе. Пальбе. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Ага. Эстепинчет типа. Сюда. Что у вас тут? Куда? В подвале где-то или что? Что? Здорово. Да, Эксельсиор. О-о-о. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Давай. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. С
Спасибо, что помогла с мусорщиками. Пары мясников меньше. Уже а хорошо. А где мне-то сесть? Здесь, что ли? Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ли. Ну? Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеке. Именно так. По местам, именно так и никак она иначе. На брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. По факту. Близкий друг Эвелин Паркер. Близкий, да, близкий. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Нет. Ничего не было. Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Да. Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ну-ка. Ладно, давай посмотрим. Давай. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет, ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Так. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Угу. Входите по фальшивым удостоверениям. Угу. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Угу. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. Окей. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. Угу. А теперь ваши вопросы. Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо мать. Дэшон всегда работает только но, с лучшими. Но, ой, прорекламировать себя не забыл, ты молодец, конечно. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Хорошо. Еще вопросы? Прикрытия такого у нас не будет, только мы вдвоем. Как попасть в пентхаус? Как нам попасть в пентхаус? У Юринобы почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Хорошо, что ты нервничаешь? Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Окей. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Нет, больше вопросов. Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль. Чё-то маловато как-то, дед, типа... Да ну, Декс, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Ну, я. Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Да. Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. 35 хотя бы. Ладно. 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Хм.
Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. О, стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Я уже. Чидо! Да, спасибо. Костюмчики. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака okay. будет на страже. Окей. Okay. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Давай, если давай. Если остались вопросы, задавайте сейчас. У меня нет вопросов. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Погнали. Ну так что, ты готов ехать? Of course. Погнали. Конечно, поехали. Да. Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Так. Вас приветствует сервис Деламей. О. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Окей. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. А какие ты заказы принимаешь? Ладно, подожди. Проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Окей. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior. Это пакет услуг, разработанный для наших премиум. Премиум клиентов? Ага. Лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Окей. Ну вообще он, хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Что еще? А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, чё ты каркаешь-то раньше времени? А боевой режим закон? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной в том числе как оружием. Декс прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Особенно в костюмчике в таком. Не радуйся раньше времени. Да. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебать. Это факт. Это факт. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блять. Я скажу, почему я так себя веду. Давай. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне Ви. И я туда не вернусь. Да я ничего плохого-то и не говорю тебе. Алло? Привет, как дела? Отлично. Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Хорошо. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель.
Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Че, мы все пойдем? Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Да. Сэрами Хоркиси. Я на связи. Дайте выйти. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Спасибо. Я буду ждать вашего возвращения. Ок. Сколько же я этого ждал. А с оружием туда нельзя. Это правда. Точно. Пикулет. Все. Ну что, Хьюго, вперед? Да, вперед. Погоди, я возьму болта. Давай. Пойдем. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки. Хаджиме Таки, Рамон. Хаджиме Таки, Рамон. Рамон. Рамон Хаджиме Таки. Я Рамон Хаджиме Таки. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Хаджиме Таки. Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Окей. Все? Прошу. Йокосо. Йокосо, Йокосо, Йокосо. Здравствуйте. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Давай. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита. Знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Давай. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Пойдем? Спасибо. Идем быстрее. Пойдем, 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 пойдем. Джеки. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Че новая Барселона? Подожди. Чего? Что скажешь, Хьюго? М? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подсыпаю. Ее похитил. Прямо с показа на Буэнос. Может, пойдем выпьем? Это топ-куклы. Неплохой у них тут бар. Я согласен. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Добрый вечер. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Хорошо. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Я туда загляну, если ты не против. Черт! Я с этим чемоданом как торговый агент на выезде. Пойду наверх. Так,
Я зашел в бар отеля. А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена не фигура речи. Слушайте, может, вам уже хватит? Вы мешаете другим гостям. Отлично! Их это тоже чего? Касается. Ну-ка, это подожди. По всем ударит. Бармен прав. На сегодня тебе хватит. Наверное. Тем более, что я вообще могу? Пойду лучше к себе. В шортах своих. Привет. Привет. Что тебе налить, малыш? А что, что у вас есть? Сейчас. Дай-ка мне... Что у тебя есть? 900. 1200. Эх ты ж. У меня сколько? 2300. Давай-ка сын Руссо. И все. А я мусор могу продать? Могу. И вот это, наверное, даже могу продать. Темные спортивные очки из поликарбоната. Окей, ладно. Ожерелье из синтетических. Все. Все, спасибо. Спасибо за... Я возьму вот это у вас. Поехали, чё? Так, 42. Добрый день. Заждался. Ой, заждался, мне не было 5 минут. Лазурь у нас, да? Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда врут. Новоиркутск. Оу. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Новый отсюда Иркутск. Ближе к резиденту и серверам. Си-си, Мекуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Компеки должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Ну, я уже нашел ее. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Готовей некуда. Он пополз. Он так система просто. Система исправна, заряд 100%. А нам-то что делать? Мерда, застрял гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Как? Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Давай чип. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Ого. Так. Все, картинка есть. Агенты Арасаки. Веди его к другой шахте. Из офисов. А где другая шахта? Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение вот каждого контракта.
Деньги тут ни при чем. Ну иди к шахте. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Мэр? Мэр? Это все, что мы можем вам мэр решить. Луциус Райан. Мы постараемся. Заместитель мэра. Это все, что я могу. Это Арасака, да? Что тут еще есть? Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. Давай. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано «Для милой уборщицы», а внутри еще «Простите, что прибавил работы». Кровище было до хрена, но он хотя бы на чай оставил. Блин, а мне максимум, что попадалось, это блевотины и гандоны. Нет, справедливости. Бак, есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Думаешь, давай посмотрим, что там в сети. Кто? Аквариум? Ну, этот красивый, аквариум. У террариума панель управления. Вряд ли пригодится. Юринобу Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но голопроект. Нет? В смысле, по бабам ходить любит. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда бомбу. Вот, давай. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Бычок. Так, и что там? Сработало, не? Кэт, там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед, спасибо, потом скажешь. Поехали. А что с террариумом-то? Непонятно. Ладно. Окей. Где я вообще? Подожди. А, во. Ну, вот сюда получается. Больше некуда. Веди на следующую меня, давай. Опа. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. За какой дверью? Вот за этой дверью. Давай. Пусть откроет. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Так, болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Демон? Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Хорошо. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно пустить туда болта. Пустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Сейчас. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Давай. Предел производительности 128 терафлопсов. И у пользователя 94 12 29 админ А. Полный доступ. О, попался! Демоны, это круто! Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть компании. Его трясёт, можешь выйти из системы. Все, да? Асес, кому сеасе? А, что у меня с экраном как-то? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь?
Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя. Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Нет. Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. С кайфом. Отдохни пока. Да, я посижу, пожалуй. Как думаешь? Почему он отказался? А чё так? А кто от чего отказался? Юринобу Арасака. От хорошей жизни. Да я думаю, он не отказался. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь. Реально семью, смешно. Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Ну, наверное. Да кого ебёт? Типа, реально. Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты это представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали. И название-то какое? Стальные драконы? Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Ну да. Помяни черта, он только что зашел в отель. Чего? И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфект. Погнали. Шоу начинается. Поехали. На лифте прям едем туда. Эй, Бак, а ты-то чё, все время была на связи? 3.5 часа. Слушай, насчет твоих бонов. Чьих твоих бонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Отлично все идет. Чувак, да ты просто оптимист. Давай в лифт заходи. Да? А тебе что не скажи, ты во всем видишь только негатив. О. Говорю тебе, самое трудное позади. Давай, поехали. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Дурак, что ли? Я не пойму. Неплохо быть наследником самого. Аж всяко лучше, блядь. Я хочу пистолет, который... Пистолет. Ребята, внимание. Сейф. Только быстро. Окей, пистолет. Я взял пистолет. Что за спешка? Опа. Юринобу куда-то исчез. Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работать. Источник звука. Юринобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Он там, под полом. Так. Ищите переключатель. Опа. Переключатель. Пойдем, пойдем, давай. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Так, ясно. Давай. Почему я все время подключаюсь? Почему не Джеки? Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Это что такое? К нам кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это. Но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Так, и что происходит? Мне это. Ты долго еще иди? Черт, Юринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть. Давай, 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 в темпе, в темпе, в темпе. Хватаем. Давай. Там. Дай-ка я посмотрю. Кого ты посмотришь? Давай, бери. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%.
Думаю, да. Погнали. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Па-па. Сюда, что ли? Ну давай. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Опа. Импосибле. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Барк кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Ох, я уж испугался, но у меня что-то произошло, опять баги какие-то. Мерда. Тихо. А зачем ты уже? Арасака-сама. Мада будет чекугао ватеймасен. Ватаси но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте куре. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... А он бы нас увидел. Он не увидел. Помолчи, окей. Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Атаси га кизуканай то демо умотта но ка. そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。セガは自分中心に回ってると思ってる。ごまだよ。 Я тоже помолчу, а то мало ли я что-то скажу, я никак... どうしてここへ? じきじきに俺に屈辱を味合わせ、立場思い知らせるためか? 出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか? 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。何かの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Что происходит? Пиздец. Ну, задушил? Так просто? Блядь. И чё? И чё? Чё делать-то? Ну всё, ну пизда. Реально. У нас тут труп валяется. Сабура Арасаки.
хочу. Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В комплекте Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану саваги дес. Дарекага. Дарекага ниду комотта. Доку? Зода. Юринобу-сан, шикаши. Такемура, омай но шикото ва нанда? Нану ханаши дес. Данчун на шицумон да. Готаэро. Что там у вас вообще творится? Ну, Юринобу, блять, придушил Сабура. Что? Вот, блять, собственного папаша. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть. Это да. Это по факту. Согласен. Бак, вытаскивай нас отсюда! Быстро! Секунду. Нет у нас секунды! Сука! Да, есть кое-что. Что у тебя? Давайте в окно. Армейский жетон. Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуел. Открываю. Там давай, есть давай, лестница. Давай. Бак, давай быстрей. О, нет. Чё, нет? Вашу мать! Что меня такое? Нашли. Чего? Бак! Диу Санто Пендито. Ты больше нет. Блять! А ее-то как нашли, лига, подожди. Да? Доволен, Джеки? Нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Реально, кайфом. Бля, как высоко-то. Да, это еще не успел. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Пофиг, прыгаем. О нет.